Костя, всем привет, я Тимичу. И сегодня, ребята, я военный, да? Мы опять будем троллить жителей, давайте скачемся. Этот, кстати, военный у нас будет в сериале. Ну или другой там военный. Ну, короче, вот это тоже будет. Давайте сейчас мы с вами, смотрите, что возьмем. Мы возьмем с вами лук и стрелы. И вот такой вот назаритый меч. И погнали троллить жителей. Так. Тут, короче, пробегал рейд. Какой рейд? Какой нахрен рейд? Тут никого не было. Ты чё, тут житель, наверное? Тут рейд только что пробегал. Какой рейд? Вы сразу в школу как давно позвонили, по домам бы уже сидели, боялись, дрожали там, услышали бы. Ну, рейд наступает, тупой ты пень. Да хоть нахрен рейд, все, хоть ты вообще дебил. Я не знаю, ребята, сейчас мы заспавним поборник, разорителя, там чешуниц нет, в рейде нету заклинателя. Сейчас корова. Дальше, да, что у нас дальше есть? Дальше, смотрите, ну, где тут вот этот вот... Разбойник, да? И, ребята, смотрите, и самое последнее это ведьма. Ведьма, ты могли. Житель, ну что ты не видишь, там рейд наступает. Какой рейд, еще нахрен? Ой, ребята. Да. Что, житель? Увидел. Я только что разорителя видел. Ну я же тебе говорю, чокнутый. Видишь, вот. Рейд, наступает, рейд. Помогите! Помогите, тревогу надо! Да сейчас, житель, я сейчас тебя спасу! Опа! Ой, что-то не туда попал! Не туда, житель! Не туда! На разоритель! Почему я у него? Сдох, кажется, ребята. Жители! Давай, спасемся! Тут! Ты чё же? Сейчас я житель! Сейчас поведу! Раз! Ты супер профессионал, мы это тебе медали гордости дадим. Житель, погоди. А ты это видел? Оп. Только ты их вспомнишь. Пошел муха. Ой, житель, ой, тебе сейчас плохо будет. Котику, пидораку. Плохо тоже будет. Корове, ты не будешь. Ему в голову, на. Уходи. Ухожу. Ребята, ну как, троллинг нормальный, да? Мы такого, знаете, такого военного прям переоделись. Вот этими. Ладно, ребят, давайте, короче, следующим. Пим-пим-пим. Дальше, ребята, наш железный человек идет, потом Человек-паук, потом смешной. Потом дальше смешной реально будет. Давайте возьмем лук свой. Арбалет, щит, тотем, трезубец. И возьмем стрелу. Погнали троллить тогда. Что за зверь такой? Железный человек! У нас дичь творится. Убить-то военного. Ну, короче, победите этого военного. Какого военного нахрен? Ну как, какого? Обычного военного. Он к нам приперся и только убить нас хотел. И где он? Я, кажется, знаю, где он из военных. Где? Это ты. Видишь, у тебя там тельняшка военная. Это не я. Это знаешь, такая... Это военные воры. Ну, военные всегда так говорят, это знаешь. Понимаешь, да, уже, да. Я тебе в глаз сейчас стрельну. Говори, военный! Кивай головой еще раз.
Ну да кивай давай, дебил. Не хочу кивать. Говори, ты военный, я тебе не стрелю. Ты военный. Ну не ты же! Сам по себе. Ну так бы и сказал, я военный. Ну берегись. Я сказал, не стрелю. Ну, это загадка. Это давай я убью. Ах ты! Ах ты, что ты обсуждаешь тут? Дебил! На! Ты я сейчас вам еще в спину всю выстрелю. А, помогите! Спасите! Убивают! Вот видишь, что ты! Значит, примейся! Я! Свое в посох попасть. Ой, посох. Попасть в посох. Я вообще сейчас отстрелю вам. Я вообще. Говори, я военный. Ты военный. Неправильно. Да что ты делаешь? Что ты на смех? Пидорас, блядь. Хлеба дам до картошки, блядь. Жареной моркушки, блядь. Чё ты стоял, блядь? Моркохи хочешь, а картохи? На картоху, короче. Жри... Жри картохи, жри хлеба. Всё полезно, да-да-да. Ты идиот или я что-то недопонимаю? Да я железный человек. Я железный. Еще какой железный. Ты железа не видишь, дебил, ебанутый. Ты что материшь постоянно каждом слове? Не материшься, ненормальный. Пожри моркухи. Пожри картухи. Убьет то сейчас. Я тебе сетечки отстрелю сейчас. На, на. Как ты не умираешь? Ты что такое? Голем мне тоже. На, котяк, на. Ребята, вы справились. Ну, конечно, жесть какая-то была. Ну, давайте в Человека-паука, потом будет дальше очень смешно. Это я вам рекомендую не перематывать. Погнали. Ребята, я Человек-паук, да. Повредитель, короче. Ты чё бьёшь? Ты чё, блядь? Сука, ебаная моя брата бьёшь. Ты как? Ты чё, Человека-паука забудешь? Чё? Я тебе нос оторву на все запястья. Ты понял меня, а? Нас перду. Человека-паука это мистика, мистика. Какая мистика нахрен? С ума на сцену, перду уже сошел. Ну, я вас убью сейчас всех. Какая мистика, говори. Сначала, ты ничего не знаешь, я сейчас. Приходит военный, всех нас материт, обзывает, убивает. Потом приходит железный человек, также материт, обзывает, убивает. И все. А тут ты припёрся, чё заматерился и нас убивает начал. Ну знаешь, вот ты понимаешь, да, жить? Я ничего не понимаю, я не знаю, зачем и к чему. Ты понимаешь, да, житель, что есть один такой ответ, да? Ты чё, кто ты, Человек-паук? Чё ты сказал про меня? Я вам сейчас такое цикнутое всё покажу. Гран говно, стоять, житель, прибью вас всех сейчас, я опасный человек-паук, ой, давай, бежим, а надо выбираться, я вас всех коров поубиваю, ой, стоять, что вы, в домах, да, припрятались, где вы, о, сундучок, золотая, золотая бонька. Нормально. Сейчас нацеплю на себя. Я на себя еще назрытку надену. Полную. Вы понимаете, да, наверное, уже. Поняли давно. Опа, как человеком-пауком иметь дело.
Я всех поубиваю сейчас. Да. Я всех убью. Я могу очень хорошо далеко увидеть. Опа, где вы, жители? О, хлебушек, картошечка, морковочка. Раз. А ну-ка. О, голем у вас, да? Завелся, ну-ка стоять. Так, тут никого нету. Где же вот эти жители наши незащитные? На. Что, Глеб, ты их защитить, да, не можешь. Я человек-паук очень сильный, смелый, храбрый. У меня невидимость вот есть. У меня что еще есть? У меня стремительность. Плохо, неужели бить? Я тебя ударить просто не могу. Конечно, я аж крутой человек-паук, не то, что пойдет какой-то Глеб-то. Сейчас я силу найду и я вас убью. Так, где же сила, ребята, где же сила? Сейчас я сила. Всех вас на катушки пущу, вонючий. Ну, стоять, где ты голем, и этот. Куда подевался-то? Ой, я могу летать, человек-паук, человек-пердук я. Я это, пердосанец обычный. Чё это нахрен не нужно нам? Так, я вообще сейчас вас поубиваю всех. Чё это такое? Чё это, где эти беспомощные дебилы, жители? Мы все разрушим тут всю деревню. Убегаем от него! Нет, никого нету, видишь, Галем, я твоя взяла, я тебе еще бошку отрублю. На. Жениться задумал тут, наверное. Но нет, не выйдет, Галем. Жены не возьму. На. Это все дома беспомощных мордаков, жителей. Беспомощные, ха-ха-ха. Ха, ребята, ну круто, да? Все, короче. Вот, конечно, мы построили реально очень круто жителей. Ну что ж, ребята, давайте дальше переходить, молоко выпьем тогда. Раз. Снимаем броню и переходим, ребята, дальше. Фух, ребята, короче. Ой. Жители, вы чё? Вы чё разбегаете? А ты нас бить не будешь, что ли? Конечно, не буду. А чё у вас дома какие-то разрушенные все? Короче, мистика какая-то происходит. Какая-то мистика, паранормальное что-то явление, паранормальное. Слушайте, давайте несите нормальное что-то. Вы можете что-то нормальное нести, все вы жители паранормальное? Боитесь, я вас сейчас все дома разрушу. Что там паранормального такого опять, явления опять? Говорят, то все разрушил. Вот давай, короче, приходит такой. Кто приходит? Остановись! Приходит, короче, такой. Это военный. Заматерится, все убьет нас. Убивает. Потом Джейни человек поматерится, убивает. Человек поматерится, убивает. Еще был. Ты! Вот! Бежим! Вот сейчас переубивает нас всех! О, котик! Какой ты милый котик! Я тебя сейчас обожраться заставлю. Где котак? Хочу кота испугнули. На. Не трогай кота!
Да что с нами так не поступаешь? Ну, знаешь, что с этим? Ведь долбоёбы как-то. Эй, чё, кота, отпусти! Сейчас отпущу. Ладно, я бы мой пустил. Так, 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 мы его сейчас проведем вообще. Кот крутой, да? Кот полет. Давай, отпусти кота! Как он? Ну да, он на лапу. Опа. По нормальной времени! Паранормальное уже случается. Не сдох, это как? Не сдох, а вот так. Ха. Жители, вы чё? Котяком поиграемся сейчас. Вы кота отпусти? Нет, кот это, знаешь. Жители! Мы все охренели, короче. Жители! Больно будет вам. Надо укол поставить, чтобы не умирать. Давай. Отходите все! На! Деревенщина вонючая! На! Деревенщина поганая! На! Деревенщина поганая! Зверьё поганое! Чё столпились, дебилы? Котик, ты скотина поганая. Зверьё поганое. Житьё поганое. Я сейчас всех уничтожу там. Мы сейчас поуничтожаем вас всех. На, получайте. На, зверьё поганое. На. Убегаем. Зверьё поганое. Фух, ребята, ну это жесть. Давайте еще три. Ну давайте тогда дальше продолжать. Еще три, да. Погнали. Ребята, давайте два тогда уж. Ну, смотрите, это я кола. Ребята. Так, что-то кола захотел. А что не открывается? Что не открывается-то? Что такое? Ай, это что такое было сейчас? Кто меня ударил? Ребята, просто не так тихо стоим. Кто меня ударяет постоянно, я не понял. Ребята, бегаем. А ты что? Ребята, бегаем отсюда. Просто вот так стоим. Раз. Так, надо пробраться в дом. Чё? Опа, так. О, кола. А где вкус? А чё они открываются вообще? А здесь ничего не западает. Это обычная кола. Да, да, ну ладно. Что-то не очень захотелось пить. Опа. Нет, никого тут нету. Тут никого вообще нету. Это кола обычная стоит, короче. Кола какая-то. Ребята. Опа. Стоим. Кола. Открываем сундук, залутаем. А что сундук открылся? Не понял. Так, карточку. О, это кто такой? Ой, это невидимка уж ли какой-то. Так, ребята, они покушали. Убегаем. Я обычно кола. Я тут просто стою такой. Я ничего не делаю. Я зачем мне что-то делать такое? Резкие движения, вот, например, вот, да, так. Я обычная кола. Стою, пержу, вот. Да! Кола сейчас билась! Какого фига? Кола не умеет биться, значит. Кто убил?
вот сейчас меня била. Да чё, чокнутый какой-то. Она не умеет биться. Толпоёб какой-то. Она только что меня ударила 26 раз. Такого не бывает, чё чокнутый. Тебе в больницу пора. Так она только что меня била. Ребята, кажется... Мне показалось, или она двигалась только? Ой-ой-ой, ничего не подался. Так, посмотрим. Так. Ребята. Так. Выдай мне тебя. Скрот. Кола. Что-то не хочется пить, ну ладно. Ребята. Давайте еще хлебушку поскидываем. И чтобы они чуть-чуть отвлеклись, потому что я реально в большом напряжении сейчас, ребята, сейчас сижу. Не могут меня заметить. Давайте хлебушка им поскидываем. Окошки, картошки там. Сродят хотя бы ребенка, а то вообще. Так, раз. На, короче, хлеба. Давайте на этом рожайте, что-то делайте с ним. Ребята, тихо. Отлично, ребята, они скоро родят. Так, погодите, ребята, мы там сидим, стоим. Так. Фига себе, жители скинули. Ребята. Так. Стоим просто тихо. Давайте сейчас одного ударим. Опа. Вот тут кола есть. Хочешь попить? Саня, то есть, Вова, хочешь попить колы? Не-не-не-не, тут не надо пить. Может, она отрава. Как она тут может стоять? Давай не будем пить. Ну ладно, давай не будем. Ребеночка, давай уже лежать. Давай. Было бы неплохо. Ребята. Ну только что шевелилась кола. Такого не бывает вообще. Она только что шевелилась. Наверное, холеного тебе какие-то. Не показалось ли это кола шевелилась только что? Ребят, ладно, давайте в последнее вот это кола. Предпоследнее. Странно. Ребята, они просто недавно ничего не забыли. Давайте бить! Он не бьет меня! Ничего никого не бьет. Ладно, ребят, давайте тогда уже заканчивать троллинг. Ладно, увидимся. Всем пока, ребята. Вот так я вот такой. Опа. Всем пока-пока. Всем пока.